23 воспитанника детского сада «Булашак» города Кентау оказались на больничной койке. Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за детскими образовательными и пищевыми объектами Департамента по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Мируэр Терекбаева. По словам специалиста, 10 февраля в больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит и пищевое отравление поступил один ребенок, 11 февраля еще 6, 12 февраля 9 детей, 13 7 детей. Всего были госпитализированы 23 детей из 8 групп детского сада «Булашак» города Кентау. Причиной пищевого отравления послужило готовый пищевой продукт, который был инфицирован в ходе разделки с рук посудомойщицы. Как пояснила руководитель отдела, пищу детям готовила посудомойка, которая и была заражена стафилококком. Распространению инфекции способствовало нарушение технологических процессов приготовления пищи, несоблюдение санитарно-гигиенических норм и личной гигиены, а также неудовлетворительное санитарное состояние объекта. По выявленным нарушениям вынесено постановление об отстранении 33 сотрудников детского сада до прохождения полного медицинского осмотра, а также вынесено постановление о приостановлении деятельности данного объекта. Материалы дела переданы в суд. В данное время здоровью детей ничего не угрожает. Все они выписаны домой.